мы тут оказались? Что это? Надеюсь, там что-то вкусненькое. О, да, это бомба. Ложись, сейчас взорвется. Она, похоже, сломана. Что-то не так. Я поняла, это сладкая бомба. Ого, она такая вкусная. По-настоящему взрывной вкус. Вау! Невозможно оторваться. Хочется еще и еще. Вот бы мне тоже попробовать. Нет уж, это все мое. Ого, ты так быстро все съела. Осталась последняя часть. Я первый раз ем секундомер. И это очень вкусно. Всем советую попробовать. Стоп, что это за звук? Ты слышишь? Идет оттуда. Что там такое? Это же настоящая бомба. Самая настоящая. Помогите! Что происходит? Ого, смотри! Всем привет! Я услышала, что тут кто-то просит о помощи. Не волнуйтесь, я вас спасу. У меня есть специальная лента. Вот так, теперь вы в безопасности. А это что? Интересно, как скоро она рванет? Непонятно, но нужно торопиться. Давайте же. Ого, а кто-то знает, как пользоваться этими кнопочками? А, кажется, я все испортила. Моя работа здесь закончена. Ну все, пока. Ого, так высоко? Мэри, что нам делать с бомбой? Без паники, у меня есть план. Вот что нужно. Мэри, это не поможет. Окей, а эта курочка? Ты что, издеваешься? Тебе не угодить. А как насчет этого? Нет, быстро убери ее. Как же с тобой скучно. О, нашла. Это то, что должно подойти. Я перекушу ими провод. Это отличная идея. Ого, тут столько проводов. И какой из них нужно перерезать? Думаю, синий. Мэри, пожалуйста, угадай. Готово. Что, мы спасены? О, нет, время пошло еще быстрее. Нет. Ауч. Ну вот, я вся в шоколаде. Классно. Да, я тоже. Кто из нас больше съест шоколада? Я выиграю. Одну, еще одну. Я от тебя не отстаю. Ничья. Это было просто круто. Ну что, открываем? Ого, я так счастлива. Это же новый айфон. Вау, и у меня тоже. Это лучший подарок. У нас что, два одинаковых айфона? Не знаю. Тогда я проверю. Ого, он так удобно лежит в руке. А еще тут есть много приложений. Только почему-то они все не работают. Что-то тут не так. Ого, это шоколадный айфон. Такого я еще не пробовала. Ой, вкуснятина. Вау, если у тебя шоколадный, значит у меня настоящий. Супер, время сделать парочку селфи. Да, отличная идея. Улыбочку. Уйди, ты портишь кадр. Вот так намного лучше. Ну, держись, моя месть будет жестока. Я такая милашка. Помогите! О, нет, мой айфончик. Так тебе и надо. Так это ты меня напугала. Упс, где мой шоколадный айфон? Хоть бы с ним все было хорошо. О, нет, мой новенький телефончик. За что? Я больше не смогу делать потрясающие селфи. О, идея. Мэри! Да, чего тебе? Давай поменяемся телефонами. О, давай. Давай мне свой, а ты бери мой. О нет, что с ним? Он сломан. Челси, ты меня обманула. Что? Она еще и ест мой шоколадный айфон. А ну отдай. Я на такой обмен не подписывалась. Эх, остался совсем маленький кусочек. Ого, шоколадная зарядка. Сомневаюсь, что это поможет, но можно попробовать. Вау, я ведь теперь могу есть этот айфон бесконечно. Ого, вот это Мэри повезло. Завидуй молча. Какая вкуснятина. Может, я тоже смогу починить свой айфон? Попробовать стоит. Так, берем. Помогите, спасите! Это была плохая идея. А, вот это у тебя прическа. Такая смешная. Чур, я первая. Мой любимый киндер-сюрприз. Еще и так много. Классно, у меня тоже. Целых 6 штук. Что? У тебя тоже? У кого шоколадные, а у кого настоящие. Ура!
Ура! Мне повезло, у меня настоящие. Надо побыстрее все очистить, а то мне уже не терпится их попробовать. Молочный шоколад обожаю. Ого, внутри еще конфеты M&M's. Так в два раза вкуснее. Ого, я тоже так хочу. Точно, у меня же есть свой киндер-сюрприз. Как же он сладко пахнет. Фу, у меня настоящее яйцо. Какая гадость. Ха, так тебе и надо. Так нечестно. Надеюсь, следующее яйцо таким не будет. Как же страшно пробовать. О нет, тоже желток ненавижу. Фу, выглядит ужасно. Это самый худший раунд. А мне нравится, ведь киндер-сюрприз – это лучшая вкусняшка в мире. Это сладкий шоколад, а внутри тебя всегда ждет сюрприз. Вау, шоколадные шарики, обожаю. Но я тоже хочу съесть хоть один настоящий киндер-сюрприз. Челси, дай попробовать, пожалуйста. Нет, как киндер-сюрприз можно кому-то отдать? Он только мой. Челси, ну ты такая жадина, что же делать? А, придумала. Я разыграю Челси. Может быть, тогда она поймет, что с друзьями нужно делиться. Но приготовься, Челси. Какой бы съесть следующий? Вот, это то, что нужно. Стоп, что это за мерзкий вкус? Тебе что, не понравилось? Ах, это ты подстроила. Ну, держись, получай. Нет, мое лицо, оно испачкано. Такой розыгрыш оказался неудачным. Фу, ну и гадость. Тебе надо съесть все эти киндер-сюрпризы. О нет, только не это. Эх, надо, значит надо. Хотя у меня есть идея получше. Устроим минутку кулинарии. Ты что опять задумала? Берем одно яйцо. Упс. Берем яйцо и разбиваем его в сковородку. И так делаем со всеми яйцами. И получаем ароматную яичницу. Выглядит очень даже аппетитно. Мэри, можно я попробую? Нет, эта яичница только для меня. Эх, ну и ладно. Опасный кулинарный трюк. Опа! Ого, как высоко! Идея! На, получай! Тебе так больше идет. Моя яичница испорчена. Я больше не буду готовить. Я начинаю. Ого, набор из Макдональдса? Супер. Теперь я. Вау, у меня тоже. Я попробую первое. Кока-кола отлично утоляет жажду. Что? Как же так вышло? А, я поняла. У меня шоколадная кока-кола. Точно. Обожаю шоколад. Ого, классно. Вау, это же конфеты M&M's. Ого, шоколадная кола с конфетами M&M's. Идеальное сочетание. Блин, ну я тоже так хочу. Так, попробуем. Ай! Помогите, я вся промокла. Ну как тебе душ из кока-колы? Ничего смешного тут нет. Упс, как жаль, что ты осталась без кока-колы. Интересно, картошка фри тоже шоколадная? Да, полный восторг. Шоколадная картошка фри? Такого больше никто не пробовал. Хочу съесть сразу все. Восхитительно. Я могу есть ее вечно. Ого, тут съедобная даже коробка. Ты не шутишь? Ну-ка попробуем. Фу, да ты меня обманываешь. Она несъедобная. Эх, я осталась и без картошки, и без кока-колы. Не расстраивайся, okay. Держи. Ого, спасибо тебе большое. Ты настоящий друг. Ребята, вы попали в челлендж «Едим еду одного цвета 24 часа». Давайте же начинать. И начнем мы с Мартина. Какой же огромный Сникерс мне достался. Кажется, он даже слишком огромный, чтобы поместился ко мне в рот. Но сейчас я проверю это с помощью рулетки.
Так. Да, не влезет. Нужно что-то придумать. Знаю. Самурай Мартин готов приступить к работе. Сейчас я разрежу Сникерс на небольшие кусочки, чтобы было удобнее есть. Готово. Это было круто. Ну вот теперь я легко смогу съесть весь этот Сникерс. О, да! Вкуснятина! И это мое, и это, и это. Я все. Нэнси, теперь ты. Без проблем. У меня здесь голубые чипсы Такис. Сейчас так вкусненько поем. Ой, ничего себе припекают. Но очень вкусно. Хочу еще. Ой, как бодрит. Они просто бомбические. Ой, как остро. Даже слишком. Ребята, не могу сдерживаться. Какой кошмар. Нэнси, перестань сейчас же. А почему так пахнет жженными волосами? О нет, это я горю. Я тебя спасу. Ух, потушила. О нет, бедняжка Нэнси до сих пор горит. Я знаю, что делать. У меня под стулом стояло вот это ведро с водой. Надеюсь, что ее хватит. О, да! Ну, наконец-то! Это было ужасно. Такис, оказывается, не такая безобидная вещь. Я вся мокрая. Надо от этого избавиться. Вот теперь другое дело. Спасибо за помощь. Джилл, твой черед. Ну, привет, моя огромная хуба-буба. Вау, первый раз в жизни такую вижу. Ого, как далеко укатилась. Ну, ладно, надо скорее пробовать. О, да, такая вкуснятина, остановиться невозможно. Ого, да как в тебя столько уместилось? Я просто обожаю жвачку и готова съесть ее бесконечное количество. Ну а сейчас, ребята, вы увидите самый огромный пузырь в вашей жизни. Джилл, может, остановишься? Это уже перебор. Ой, лопнул. Простите, ребята, я не хотела, чтобы так вышло. Надо снять остатки жвачки. Ой, а что это у меня с носом? Он розовый? Ребята, а у вас черный и голубой. Видимо, это побочка от еды одного цвета. Не пугайтесь, это не навсегда. А вот и новые вкусняшки. Мартину достался черный бургер, у Нэнси огромное голубое мороженое, а у Джилл большой розовый пончик. Кто же начнет? Ага, Джилл. Ну что ж, приятного аппетита. Сейчас я быстро расправлюсь с этой вкусняшкой. Отрежем кусочек. Ох, как аппетитно! О, да! Ребята, поверьте на слово, это нереально вкусно. И я так рада, что это все досталось мне одной. Восхитительно! Вот и все, я доела, можете приступать к своим блюдам. Нэнси, можно я? Спасибо. Я такой голодный, что расправлюсь с бургером в два счета. Но сначала надену перчатки. Не получается, нужно их надуть. Ой, Джилл, прости, я не хотел. Зато теперь точно надену. Готово. С какой же стороны к нему лучше подступиться? Кажется, он слишком большой. Надо бы поделить его на части. Думаете, я решил попить кофейку? Да как бы не так. С помощью этой кружки я легко сделаю вот такие мини-бургеры. Сейчас попробуем. О, да! Невероятно вкусно и очень удобно. Сейчас я сделаю себе кучу маленьких бургеров. Красота! И все. Ой, на лице осталась парочка кусочков. Все, я наелся. Нэнси, можешь завершать этот раунд своим мороженым? Ну что ж, пора доставать ложку. Хотя, эта ложка слишком маленькая. Нужно поискать что-то побольше. Думаю, вот это идеально подходит. Так, ого, какое тяжелое! Падаю! Ну как же так? Все мороженое теперь на полу. Вкусное! Ой, спасибо, Мартин! Мартин, у тебя уши почернели! А у тебя стали голубыми! Джилл, а у тебя розовыми! Круто, да?
Девчонки, внимание, фокус! Палец есть, пальца нет. А теперь есть! О, нет! Где палец? Возвращайся! О, нам подали новую еду одного цвета! Сладкие роллы, класс! Огромный черный капкейк! А у меня огромный розовый макарон. Тяжелый, конечно, но я его подниму. Да! О, нет, я падаю! Держись! Ух, спасибо! Давайте-ка лучше я его съем. Только вот непонятно, как это сделать. Придумала. Итак, волшебное преображение из Джилл в Джилл-каратистку. Сейчас я покажу мастерство боевого искусства. Кия! Готово. Спасибо, друзья. Ну а теперь можно отведать этот отличный розовый макарон. Какой он нежный. Не знала, что ты такая сладкоежка, Джилл. Нужно же как-то поддерживать всю эту силу во мне. И это был мой фирменный удар. Макарон разделился на 4 части. Ну а я продолжу, потому что остановиться просто невозможно. Вот и все, я сыта и довольна, и можно возвращаться обратно в Джилл. Мартин, теперь ты. Да, я как раз проголодался. Начну с крема. Ну как? Класс! Очень вкусно! Очевидно, девчонки что-то задумали. И что же будет после 3? Ох, Мартин, ты, кажется, влип. У тебя уже лицо в черное окрасилось или это крем? Это совсем не смешно! Я теперь грязный и капкейк испорчен. Хотя крем на нем все равно очень вкусный. Но с вами я делиться не буду. А булочки нужно держать так? Как же это тяжело! Может, вот так? Нет? Вот так, да? Ну и ладно, я буду пробовать своим способом. Еще немножко. О, нет, упал. Да ну их, эти дурацкие палочки. Куда удобнее есть просто руками. О, да, очень вкусно. Пальчики оближешь. Мартин, у тебя крем вот здесь. О, спасибо. Мамочки! Привет! Как вам мои новые глаза? Вот умора! Остался последний глазик, и его я съем по частям. Сначала мармеладку, а затем сам глазик. Ого! Тело стало голубым! А у меня черным, а у Джилл розовым. Крутяк! В этом раунде у Джилл розовая пицца, у Мартина черная лапша, а Нэнси достались милые панкейки. Давайте же скорее пробовать. Пахнут просто обалденно. А еще сверху голубика, которую я просто обожаю. Вот это вкуснятина! Вы что, хотите голубики? Ну ладно, Джилл, ловишь? Ням! Мартин, а вот ты не поймал. А теперь ловлю я. Очень вкусно! Берем еще один панкейк. Смотрите, как я могу. Всем улыбки. Ам, поймала. Остался последний. О, этот поймал я. Сейчас я покажу вам мордашку. Не нужно кидаться панкейками. Прошу прощения. А ты чего смеешься? Ладно, я и правда могу начать есть свою черную лапшу. Сейчас попробуем. Вкусненько! Я такой голодный, что готов съесть все сразу. Вот так! Это просто объедение! Самая вкусная лапша в моей жизни! Вот это скорость! И как только в него столько влезает! Это было проще простого! Я доел, поэтому Джилл может продолжать. Ага, надо придумать что-то интересное. О, идея! Я нарежу пиццу, но не как обычно, а змейкой по кругу. Так точно еще никто не делал. Это будет мой авторский способ. Ну а теперь можно пробовать. Ммм, какая сладкая! Ребята, пицца с маршмеллоу даже лучше, чем с пепперони. Кстати, разрезав пиццу таким способом, я справилась с ней гораздо быстрее. Ого! Мои руки стали розовыми! Как красиво! Мартин, мы тоже окрасились!
Ребята, вас ждет новая вкусная еда. У Джилл огромная пачка Поки, у Мартина бутылка Кока-Колы. А Нэнси достались мармеладные человечки. Все выглядит очень круто. Нэнси начинает первой. Никогда еще не пробовала таких. Вкусные и кисленькие. Сейчас разложу их на столе и съем побольше. Интересно, что будет тогда? И последний. Ой, кислость прям бодрит. Круто. Джилл, теперь ты. О да, сладкие палочки Поки еще и с клубникой. Мои любимые. Остановиться невозможно. А вообще клубники много не бывает. Поэтому я добавлю еще немного клубничного сиропа. О да, какая же это вкуснятина. Я все доела, и это было божественно. Мартин, остался только ты. Ура! Сейчас я быстро выпью эту огромную бутылку колы. Вы даже не заметите. Ого, так это жидкая конфета. Круто. Очень сладко и кока-кольно. Джилл, а давай пранканем Мартина. Поддерживаю. Ну-ка. Эй, девчонки, хватит. Я уже наелся. Да прекратите. Ох, вот это я наелся. Мартин, ты весь почернел. А ты вся розовая. Нэнси, а ты стала голубой. Ой, куда она делась? Джилл, куда все пропадают? Привет, Нэнси. А вот и Джилл. И Мартина тоже не забыли. Ну, как будете возвращать человеческий вид? В моей аптечке как раз есть нужное лекарство против цвета. Сейчас выпьем, и все пройдет. Ой, что-то происходит! Ого, мы стали нормальными! Класс! Поздравляю, мы прошли этот челлендж! Ура! Как хорошо, что мне попалось маленькое яйцо. А почему мне такое огромное? А, какой кошмар! Кажется, Вите очень не повезло. Хватит смеяться. Ну-ка, Кейси, ешь свое яйцо. Ну уж нет, Алекс, давай ты. Ладно, потрясу-ка я его. Надо попробовать укусить. Что-то не получается. Ну ладно, не получилось. Знаешь что, у меня кое-что для тебя есть. Держи. Ну спасибо, Кейси. Ладно, поехали. О нет! О нет! А-а-а! Какая гадость! Огромный желток! О, меня сейчас тошнит! Ну, у тебя и лицо, Алекс! Давай-ка ты ешь свое яйцо, Кейси! Легко! Смотрите, что у меня есть! Что это у нее? Для начала надо все приготовить. Разбиваем яичко на сковородку и поджариваем. Вуаля! Отличная яичница готова. Вот это да! Настало время полакомиться. Как же это вкусно! Я все. Твоя очередь, Вита. О, нет! А что там внутри? Тут нужны серьезные меры. Ой, ой, ой! Вот это да! Тут мне понадобится кое-что для защиты. Что она собралась делать? А, берегись! Ой, ой! Посмотрим, что там внутри. Аккуратнее! Ничего себе! Сколько классных вкусняшек разом! Просто объеденье! Круто! Вита, поделись с нами! Пожалуйста! Ну, ладно, держите. Так и быть. Класс! Такое маленькое! Ми-ми-ми! Вау! Какие у меня офигенные хлопья! Просто невероятно! Все такое огромное!
кажется, тебе не повезло, Вита. Ну, знаете, смейтесь, сколько влезет. О, так приятно звучит. Что? Всего одна? Ну ладно, у меня еще есть молоко. Одна капелька? Ну вот. Бедная Вита. Хватит издеваться, лучше ешьте свои хлопья. Да я только за! Класс! Ням-ням-ням! А теперь запью молоком! Да! Выглядит супер аппетитно! А теперь все одновременно! Восторг! Как же он все-таки это неаппетитно делает? Ну, не знаю, мне было офигенно. Кейси, твоя очередь. Как же мне выпить так много молока? У меня есть идея. Насыплю все хлопья в тазик. Да. Ого, как же их много! Ура! Дождь из хлопьев! Лови, лови хлопья! Супер! А теперь добавим молока. Какая красота! Просто офигенно! Наконец-то настало время полакомиться. Как же это аппетитно! Согласна. Интересно, сколько времени она будет все это есть? Смотри, какие у меня смешные хвостики. Фух, ну наконец-то я все съела. А что произошло? Кажется, кто-то объелся. Ой, что-то мне нехорошо. Какой маленький, миленький тортик. А у меня большой, вкусный и классный торт. Ой, Вита, смотри, что там у Кейси. Вот это да. Какой же у меня офигенный торт. Ой, Алекс, а что у тебя за кроха? Вот это умора. Смейтесь, смейтесь. А я, пожалуй, начну есть. У меня даже есть вилка и нож. Между прочим, подходящего размера. Ну что, попробуем? О, да! Это очень вкусно! Думаю, можно съесть его целиком. Это было восхитительно! Давай, Вита, твоя очередь. Меня долго упрашивать не надо. Приступаю. Как же вкусно. Ну, просто пальчики оближешь. Как же неаккуратно она ест. Бррр. Я хочу съесть его сразу весь. Невозможно остановиться. Ну и видок, она вся в синей краске. Чего вы смеетесь? Кейси, лучше ешь свой торт. Да я только за. Ох. Я не могу на это смотреть. Никаких манер. Вкуснятина. А что у вас с лицами? Да что такое? О, нет! Ее прибило собственным тортом. Да нет, пронесло. Ай! Этим тоже можно полакомиться. Попробую я чуточку.